Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире «Новости России». В праздники Дня весны и труда и Дня победы в мае россиян ожидают длинные выходные, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шклаве. На 1 мая жители России будут отдыхать 5 дней подряд, с 1 по 5 мая включительно. День победы – 3 дня, с 9 по 11 мая, напомнил Шклаве ЦС. Так как 30 апреля и 8 мая являются предпраздничными рабочими днями, то их продолжительность сокращается на 1 час, цитирует замглавы Роструда. 19 февраля Роструд рассказал о порядке оплаты предпраздничных выходных. Так, 6 марта не будет сокращенным рабочим днем, поскольку не предшествует непосредственно празднику. Работодатели могут принять решение о введении дополнительного выходного перед праздниками, но это может отразиться на заработной плате сотрудников. Оставляйте свое мнение по этому поводу в комментариях, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить важные новости. С вами канал «Чужое мнение».